France de Trichet. Супер-пупер-опер обновление с сви на минимальных видео настройках. Жуткие такие цвета, жутчайшие. Персик. Почему у персика красные глаза? Эффект красных глаз надо убрать. А у этого тоже красные, наверное. Три-три-три-три-три. Энергия лошади. Драться будет, наверное. А там кто такой? Ри-ти-ти-ти-ри-ти-ти. Старушка. Что? Что это такое? Поговорить. Дерево. Фосфор. Можно приготовить деревянный фосфор. А что там лодочка делает? Лодочку надо поднять. Поднять. А что она тут болтается? Что там? А, завязочки. Е! Ключ потерял. Нет, сковородку. Нет сковородку. Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. А он ко мне идет. А я гляжу-погляжу. Да. А он ко мне идет. Идет и все. Схватилась я за сковородку. А вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей выспрашивать. Да она ведьма. Ну, сердце-то доброе у меня, вот и дала. Чего она дала? Кому? И увиделась, я удивилась я немного. Только вижу, что он совсем меня не слушает. И правда, захватывающий-то. И что было дальше? А не надо спрашивать это. Делать, что там дальше, но другой-то нету. Под утро в дом приехал еще кто-то. На. Потому как из двери такой смрад бьет, что я думала, тот второй, он должно быть там лежать и остался, сердечный. Ты прямо говори, серебряный меч нам доставать или наоборот другой. Хорошо, этикмо, нет у меня на это времени.
глупости всякие слушать. Растяну у меня есть белоплотные. Критерий. Смрад. 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 А подглядеть туда. Подглядеть. Игни. Пум. Игни. Пум. Ирден. Стивидох. Марк. Опанки. Это мы зря сделали. А еще есть какой-то апсис. Апсис. Так. Бум. Так. Игни. Вот это да. Вот это. Вот это он дает. Если бы я еще знал, как... Как еще это... А, вот как. Эть. Опа. Опа, опа, Америка Йорк. Англоскач, масло, рунный камень, Велес. Рунный камень. Опаньки, сковородка как новая. Что если стебануть сначала? А потом как? Стебануть? Опа! А что кровь? О, кровь. А смотреть. Старый шрам, как у солдата. Что ты? Ничего. Остальное старше гордой Геральт удушен. Удушен Геральт. А вот когда я сама с собой болтаю, чего сама с собой? Алхимический порошок. Так. Как у солдата. Ну что, нашел сковородку? Как у солдата. Ну что, нашел сковородку? Как у солдата. Почти. Так. Мы в поиске, бабуля. Бабуля Яхуля. Ты-ты-ты-ты. Грабим гниющее мясо. Закрыть. Что-то сегодня мы не голодны. Так, а там что? О, обыскать. Какие мерзкие кинжал. Шкура. Малый ровный камень Велес. Чертеж. Ударный молот. Ведь все. Все. Надо будет убраться здесь. Бабуля Ягуля. Почему только на четвертый раз у дяденьки что-то нашлось? Очень понятно. Может, это не у дяденьки? Нашел сковородку. А сковородка-то как новая. Как и никак. Кто же ставит-то на внешней стенке печку?
Вот здесь, здесь нужно печку было ставить. Вот здесь непосредственно, а не там. Что она здесь обогревает? Окей, обыскать, посмотреть. Только отдраенная. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а сажа, чтобы сделать. А раз уж я все равно нашел эту железяку, можно взять чего-то. Скоро вкопнула. Тик. Я. Медовые соты. Тимерская ржаная. Бутылка воды. Подшечь. Загасить. Техника на грани фантастики. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. О, а здоровье-то прибавилось. Может, еще поспать? Бабуля пластилина. Пластилина. Фосфор. Бабуля пластилином. Нам. 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 Закусить. Закусили. Привет, бабулька. Егорка. Я решил все-таки тебе помочь. Вот. Так ведь она была вся черная сажа. А в эту я и смотреть могла, если хотел. Только уж годы-то. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее считал. А тот второй, позови пару ребят и закопайте его за деревней, глубоко, чтоб труповеды не вырыли. И по-хорошему советую того. Погоди, я кое-что благодарность почитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Пирожки? С котятами? Девушка решительная очень. Он ограбил ее самым бессовестным образом. Вот такой. Нехороший человек гражданской наружности. Демонической личности. Девушка, девушка, мне чего-то там. Ой. Девушка, девушка, ты уж доброго здоровья тебе и себе желаю. И тому прямо. Девушка, мне нравишься ты. Ты уж лучше иди, куда шел. А куда я шел? Куда? На вообще никуда ходить нельзя. У нас это здесь того. А прятаться он вообще может? Прятаться, красться как-то. Не свисти. Денег не будет, однако. Вот, пёсик. Пёсик. Да что у тебя с глазками-то, пёсик? Чего они красненькие у тебя? Может, это считается... Это? Нет. Красненькие. А эти, как его, не красненькие, а такие, даже как называется, каштановые или кореглазые, кореглазые. А это кто такие? А там кто? А это чего тут? А почему коряги никто не умирает? Ребята! Почему так, какое столпотворение прямо здесь? Ой, стада. Деревня, белый сад. Вон,
Он не подозревает, насколько рискует сейчас. Потому что максимальная сложность включена в дуру. А мы не умеем воевать. Воевать не умеем, ведь критерий. Аренария. Собрать. Получено. Ну, аренарию собрали. А если вот так вот как-то, карта так, а вот так, а я так, неизвестно как. Так, это у нас что? Фак. Ел. Фак ел. Что же такое фак ел? Иртен. Квен. Ибни. Арси. А кто из них огонь? Ибни. Опаньки. Ибни, значит. Ну-ка. Значит, треугольничек вверх там и прорезь. Такая прорезь. Да. Оп. Оп. Ну, эть. Собрали. Эть. Собрали. Собрали. А это эть собрали. А потом инвентарь полон. Что это? Чего что это? Мальчик-то, мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Это правильно она делает. Так, а мама где? Что это у тебя с чужими разговаривать? Ага. Позволяет с чужими. Ага. Мама. Крестьяне, какие вести? Ну, чего? Извозили. Гниющее мясо. Это деликат. Волчья шкура. Это прям деликатес какой-то здесь у нас. Ой. Ну, он щелчком пальцев поджигает свечи. Так. Кожаные ремешки. А это что такое? А вот скач. Мыши хвост. Так, это что? Дерево. Мыши хвост. А туда можно вылезть. А это что такое? Поджечь. Нет, не надо поджигаться. Так. Жирности сколько здесь. Ужас. Ужасы. Привет. Поговорить. К нам записаться не хочешь? К нам. Но не хочешь? Норклинг. Мужик в трусах. Поговорить, ночью опять. Какие вести из... А, это тот же самый, так. Тык-тык-тык. Тык. Девушка. А, это не девушка.
бородатая девушка. Обычное дело в Европе. Так. Одуванчики. Цирк уехал, а бородатые девушки остались. Вот такая несправедливость. А мы здесь собираем сорняки. Да, вот мы уже прожили ого-го сколько. Но это ненадолго. Потому что... нас любой волк замочить может. Такие мы храбрые ребята. Я вас уже грабил, молодой человек. Здравствуйте, ведьмаки. Пожалуй, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. То, наверное, как его, грабили мы его уже. Зевая. Зевает. Зевает, зевая. А что она без юбки ходит? Ой. Тут две. Юбки без юбки. Да что-то делать с нравственностью. Зевает. Девушка. Девушка. Почему вы без юбки ходите? Где? Девушка. Ой. Девушка зевает. Близнецы. Зевающие близнецы. Мне мама не позволяет. У моего папы тоже когда-то было. Проказа. Проказа. У него проказа. Так, у него проказа. Это тетя. Тетя. Это дядя. Хм. Вот и поговорили. Хмы, говоришь? Скорее уж... до могилы. Не слыхали разве? Ты уж лучше иди отсюда. Не нравишься ты мне. Если вы один за деревню выйдете, пристья вас мигом учует и лучше подождите, как людей себе. И, коли золото есть, переждите в корчме. А нет, так и это того. Может, она ему говорит. Ой. Так. Такой резкий этот ведьмак. Этот резкий такой парень. Мужики. Мужики. Ограбить вас можно? Что-то он перестал выздоравливать. Резко выздоровел, а теперь как-то перестал. Бестия, значит, говоришь, унесет. Ой. Там волк, что ли?
это что такое? Странный пес? Сторожевой пес. Господи. Ничего себе. Кто вообще это рисовал? Так что здесь человечек был. Бабочка, ты человечка не видела? Бабочка. Вы добрались до края света. Дальше живут драконы. Возвращайтесь. Это что, всего лишь такая маленькая территория? И все. До края света. Нас уже развернули. А, я не туда бегу. А теперь мы развернули. Чёрт их знает. Там что такое? Вербена. Что такое? Тоже что-то. Они еще на мини-карте показывают ценные вещи. Поговорить. Мильфгардский солдат. Слава великому, слежу за тобой, Норклинг. Ты кого Норклингом обозвал? Ух ты! Тут ты, тебя качай. Норклинг? Молодец, все спокойно? Норклинг. Хмы. Поговорить. Так он и живет свою жизнь. Собирает гербарий. Но поговорить, поговорить. Стой, стой, стой. Стой, стой. К нам записаться хочешь? Да, прям горю желанием. Записаться именно к вам. А это там что такое? Вон, тоже что-то синенькое белело. Волк. Два. Волк. Дробок. Там человечек какой-то.
Krivok. Krivok. Подъехать к таверне в Белом саду. Нет, спасибо. Там можно набить. Ой, сколько здесь гербария-то всякого. Гербария. Всякого. А где этот гербарий, неизвестно. Непонятно. Ну ладно, а вот это вот понятно. А вот это... А это непонятно. Что ж такая маленькая территория здесь. Оп. Обыскать. Ленский длинный меч. Предмет мастера. Корень. Прах. Взять все. Надо бы пописать, конечно. Ну да ладно, обыскать. Так, обыскать, обыскать. О, там еще тело. Орины и прах. Да, это тело что-то. Обугленное. Ой, ты. Ужас, сколько здесь всего. Тирать, тирать, тять, тять. Еще более живучи. Похоже, сразу видно. Твоим услугам. Странный ты мужик, ты не похож, сразу видно. И странный, и не похож. Добро пожаловать в наш кого?
sortir. Silhueta. Rota. Para silhueta. Vê qual é a rota no que vem. Конец чего? Что? Это не все, что твой, это целая дикая охота. Дикая охота. Удочка. Рыбацкая сеть. О, а что? Болты. Оружие дальнего боя. Пустая ячейка. Ну ничего себе. Хлеб и бутылка воды. Трофей пустая ячейка. Сумки пустая ячейка. Шоры пустая ячейка. Это все. Инвентарь коня. Или обмундёж коня. Мундёж. Так. Маску убираем. И вот у нас эликсиры, еда, удочка. Можно продать торговцам или разобрать на составные части. Обычный предмет. Так, можно продать торговцам или разобрать на составные части. Лучше шкура. Мусор. Мусор. Удочка тоже мусор. Рыбацкая сеть. Мусор. Письма. Прочее. Чтобы узнать больше, нужно прочесть. Мудро. Прости, мы с тем не стали. Компонент. Используется для создания различных предметов. Магический предмет. Здоровье, интоксикация. Здесь еще и от отравления можно победить. Медитация. Умение персонажа. Убить гулей. Свин и крыжовник.
Я хоть весь миром. Подъехать к таверне в Белом саду. Сожженная деревня перекрала через реку. Слушали? Такой маленький мир. А зачем лошадь тогда? Плотва. Это лошадь так зовут. Вместо такой малепусенькой игрушки столько шума было. Господи. 250 денежек набрали. О, точно. Инвентарь-то конечного объема. А мы набираем всякую чушь. Расположите в пустой ячейке на мече, чтобы улучшить свойства клинка. Обычный предмет. Еленский длинный меч. Стальное оружие. Дополнительный урон, и вот этот ровный камень туда можно вставить, наверное. А здесь нет. А здесь нет ячейки, а здесь дополнительный урон. При критическом ударе плюс 3%. Сравнить. Зажать Shift, тогда сравнится. О, снаряжение, пробитие доспеха, плюс 25. Снаряжение. Ладно. Оптимистической ночи заканчиваем по гуляночке. Мы просто гуляли по игрушке. По игрушке погуляли и все. Квесты мы не любим выполнять. Вообще не понимаем, зачем это, кто это может любить, выполнять квесты. А так, погуляли просто. Песочку. Удочка рыбацкая, сеть, стальная леска, жемчужина, сломанное весло. Все. Может, он сможет продать кому-нибудь эти штучки. Может, здесь какой-нибудь есть этот. Как его там? Кожаные ремешки. Может, здесь есть торговец.
если что,